приездом в Магнитогорск и приходом в Центральную клиническую медико-санитарную часть специалиста по клинической неврологии Марка Лоскутникова в больнице активнее стали применять системную тромболитическую терапию в лечении пациентов с острыми инсультами. В этом году с помощью данной прогрессивной методики уже удалось спасти 4 жизни. С одной из пациенток Марка Лоскутникова познакомилась Юлия Никифорова. Нину Ивановну в состоянии острого ишемического инсульта, без сознания, в Центральную клиническую медико-санитарную часть доставила бригада скорой медицинской помощи, которую вызвал сын. Сама Нина Ивановна этот момент своей жизни не помнит. Я только по стенам поняла, что я нахожусь в больнице. Что со мной, я поняла, когда начала поднимать руку и ногу, у меня не получалось. Я поняла, что у меня инсульт. По словам Марка Лоскутникова, лечащего доктора Нины Ивановны, быстро сработала скорая помощь, быстро обследовали пациентку, уложились в так называемое терапевтическое окно, которое не должно превышать 4,5 часов с начала приступа инсульта. Тогда и только тогда можно противостоять гибели нервной ткани головного мозга с помощью системной тромболитической терапии. Говоря проще, ввести человеку препарат, разрушающий тромб и восстанавливающий кровоток. Мы поняли, что, во-первых, это инсульт, во-вторых, подтвердили то, что ишемический характер этого инсульта, и то, что, скорее всего, эта проблема связана с перекрытием серьезной крупной артерии, и время позволяло нам сделать попытку открыть эту артерию. Вот Нина Ивановна – это как раз тот такой удачный случай, когда мы применили вот этот метод лечения, и буквально через двое-трое суток мы отметили то, что восстановились движения в правой ноге. Практически несколько более длительный срок восстановления правой руки заняло. В настоящее время Нина Ивановна может работать кистью, сама поднимается и спускается по лестнице, у нее восстановилась речь. Она пробыла в больнице 10 дней. Пациентку выписывают домой к огромной радости ее сына Михаила. Он очень благодарен докторам за помощь. Спасибо огромное врачам, огромное спасибо специалистам, всем, кто обслуживающий персонал, потому что все своевременно, по делу, скажем, быстро. И в принципе, на самом деле, то есть помогли матери, по сути, с того света выбраться, и все. Спасибо огромное от души. Огромное всем. Всем спасибо, да. Всем. И в реанимации, и здесь. Вообще отношение к больному, вообще все тихо, настолько спокойно, все как-то у них слажено. Прям вообще аж это удивляет. Марк Алексеевич и сам, конечно же, очень рад такому результату. Нина Ивановна уже 4-й в этом году пациент с ишемическим инсультом, которого врачи Центральной клинической медико-санитарной части спасли, используя системную тромболитическую терапию. Все 4 случая закончились хорошо, пациенты восстанавливаются. Когда удается использовать какую-то такую прогрессивную методику, и она правильно используется и работает так, как это ожидается, и, конечно, всегда радостно за пациента, и, в общем-то, получаешь большое очень моральное удовлетворение сам от того, что видишь результат своей работы. Юлия Никифорова, Владимир Ровинский, телекомпания ТВН.